И с Новым годом! Сегодня мы будем разбирать сцену, которую вы могли увидеть на прошлом видео с музыкой новогодним. Там была сцена, и сейчас она перед вашими глазами, кто не видел. В общем, сейчас вы видите, саму сцену, то есть как она на самом деле выглядит. Выглядит она вот таким образом, то есть здесь... Не очень так все интересно. Но на самом деле не могу согласиться с вами, так как это режим лейаута. Если мы зайдем в цветной просто режим, то будет как-то покрасивее, да? Но если войти в режим рендера, то есть конечный результат, то получится вот что-то вот такое. Это один из видов рендера, и он использовался у меня на бета-версии данной сцены. Она выглядит, ну, вот так примерно. То есть, вот она сцена. И я посчитал то, что она не очень, потому что, вот видите, да, вот эти вот полосы световые как-то не очень. Поэтому я решил сделать следующее. Я зашел в параметры и использовал другой рендер, а именно более реалистичный Cycles. Поставил там кучу всего, вот на 300 и на 40, и получилось реально классно. То есть тот результат, который вы видели на том видеоролике, это был как раз-таки конечный результат, который у меня достаточно хорошо получился. И, ну, примерно вот так вот она выглядит, то есть с этим рендером. Но эти все точки, они потом исчезают, они просто прогружаются очень долго, их тут очень много. Поэтому не будем ждать, в принципе. Ну, вот она сцена. Давайте я вам расскажу... Как я все это делал? То есть, делал я это все целый день. Целый один день, 31 декабря. Так как до этого у меня не было времени. Да, каникулы, я понимаю, но все равно есть и хозяйственные дела, сами понимаете. Помощь другим людям тоже нужна, поэтому YouTube у меня как второе дело, но... Я же про вас не забываю, я делаю какие-нибудь интересные серии. Вот как, например, сейчас. Сейчас я вам расскажу, из чего я это все создавал, то есть, насколько долго, я уже сказал, да, насколько долго. Один день делал. Вот, ну, примерно один день, потому что вот с утра, с 10 часов утра, даже немножечко чуть-чуть раньше, наверное, с 9, начал я делать эту сцену и закончил ее делать аж часов так в 7 или даже на 2 часа меньше, вот. Да, где-то в 5 часов я закончил делать эту сцену. То есть довольно много времени ушло на нее. Давайте рассмотрим. То есть здесь у нас просто кубик. Просто кубик. Я его сплющил, растянул. И получился такой вот фон. Выглядит довольно-таки классно. Далее. Да, кстати, могу ответить, почему такой большой. Потому что, чтобы не морочиться с тем, что... Ровно вот прям по линии, ну, не надо этого делать. Лучше сделать побольше, чтобы точно не было никаких зазоров. То есть, чтобы ничего не выходило, ну, не было таких рамок, да? Все-таки небо, оно безграничное, и надо это учитывать. Вот эти вот кругляшки, давайте к ним приблизимся, в принципе, почему бы и нет. Эти шарики являются звездами. Делал я их из сферы, просто простая вот сфера, брал их, создавал, и вот у меня получилось вот так. То есть я их вот сюда вот поставил, прилепил, и поставил на них эффект. Эффект, значит, поставил света, эффект света. Он делается вот таким образом, то есть, кому интересно, вот в блендере это делается... Очень, ну, можно сказать, просто, потому что вам вот базовая панелька, вам надо добавить Mix Shaders и Emission. Вот Mix Shaders и Emission. Остальные две панельки будут у вас уже. Никаких настроек, ничего не надо, то есть, ну, разве что вот здесь. Здесь вы выставляете силу света, которую вам нужно, и цвет, которым он будет играть. То есть, например... Сделать можно красные или какие-нибудь другие цвета. Но
мы здесь просто этого не видим, потому что очень сильная яркость. Так, можно сказать, раскаленная эта звездочка, и не видно тот цвет, который мы выберем. В общем, вот это вот все вот так вот соединяется, и получаем свет, исходящий вот этой звездочки. Поналепил я их вот так по всей, ну, по всему фону, чтобы было как-то красивее. Потому что изначально была только Луна. И больше ничего. На Луну я решил не делать эффект звезды, потому что все-таки, чтобы она прям светилась очень ярко, это как-то не очень по мне получилось. Как по мне, это лишнее. То есть я просто взял и навел на Луну и от Луны два освещения. Одно освещение на Луну, второе от Луны, которое идет как освещение этой сцены. То есть вот, идет свет такой на долину, и долина будет покрыта светом. Ну, какая-то такая у меня. Надеюсь, вы поняли, о чем я сейчас говорю. В общем-то, да. При помощи скульптирования я выдавил здесь вот такие вот кратеры. И, ну, мне кажется, нормально получилось. Ну, вот здесь вот бы еще добавить, и было бы точно все хорошо. Но у меня вот такая вот луна получилась, и, в принципе, я доволен этим результатом. Далее, ну вот это вот все, это фон. Теперь давайте про саму вот эту вот сцену. Начнем с поля, на котором это все располагается, вот эти вот три объекта. Поле. Сделана она из плоскости, то есть простая плоскость. Я вам сейчас покажу вам, что это. Вот, то есть просто вот такая вот плоскость. Без ничего. Вот так она выглядит на самом деле. Я ее увеличил. И при помощи скульптирования изменил рельеф. Получилась вот такая вот возвышенность здесь, горы. И вот здесь вот такой холм. Изначально я думал сделать не горы, а лес там позади. Мне казалось очень классным, но в итоге у меня не получилось сделать лес по двум причинам. Во-первых, я думал, что мой компьютер не будет поддерживать столь очень большое количество объектов, а именно не объектов, а полигонов в них всех. То есть, вот, допустим, вот здесь вот, вот на этой вот площадке очень много полигонов. То есть вы видите, да, сейчас включу режим полигонов. Вот, смотрите, сколько их тут. То есть их очень-очень много. Вот здесь вообще кошмар. И, ну, очень много всякого здесь произошло, то есть очень много работы над всякими объектами. Вот, например, давайте, бревно. Вот оно у нас бревно, и теперь включаем там таб-мод. Таб. Я говорю таб. Вот, смотрите. То есть очень много полигонов. Но об этом попозже, как я бревна делал. Я вам покажу даже наглядно, как это делается. Бревна, кстати, классно делать, мне понравилось. Я впервые делал бревна, вот прям такие реалистичные. Мне понравилась сама вот эта техника, которую я нашел сам в программе. То есть сам просто нашел и сделал, без никаких источников. Я думал и воспользовался источниками, как YouTube, Google, но я решил сделать сам, то есть по моей фантазии, то есть я просто включил в хроме фотографию дерева и понял, как оно должно вот выглядеть, и я решил вот так выдавить, и получилось дерево. Но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас мы поговорим вот насчет этого. Вот здесь вот мы покрасили вот это вот в очень белый цвет, самый белый цвет. Здесь он тоже самый белый, но он уже ну, не настолько белый, кажется, да? Потому что освещение тусклое, и, ну, сами понимаете, освещение ночью хуже, чем днем. Поэтому получилось вот так. Далее, что бы вам рассказать? Ну, то есть, в принципе, вы поняли, да? То есть, это была плоскость, и я ее изменил. Также покрасил вот здесь вот серый цвет, чтобы были горы. А так как вот этот вот краешек, вот этот некрасивый, не видно на сцене, то есть вот
вы видите, да? То есть видно только горы, этого краешка некрасивого не видно. Поэтому я решил сделать вот так вот, выделить и, в общем-то, как получится. Потому что вот эти вот полигоны все выбирать, вот это вот все по отдельности, это просто невозможно. Ну, как бы возможно, но еще больше времени, ну, где-то на час прибавится. Вы понимаете, о чем я. И вот здесь вот, не видно, к сожалению, на рендере особо, но вот здесь выдавлены следы. Давайте вот так вот. Как лучше? Вот. То есть здесь вот такие вот следы выдавлены. Здесь их вообще не видно. Видно только самые последние. В общем, получилось так, что половину из них, большую половину из них не видно, а другую часть видно. Вот. Это все из-за освещения. То есть оно не настолько сильное. Из-за этого не видно. А теперь давайте поговорим про объекты. Сначала со снеговичка начнем. А снеговичок получился действительно очень симпатичный. И, знаете, мне он реально понравился. Тем, что вот в прошлом году, кто знает, я тоже сделал новогоднюю сцену. Так, давайте вот так вот, чтобы не мешалось. Тоже сделал новогоднюю сцену. Но там было так себе. Там было несколько объектов. То есть там снежная кома сзади. Сделал плоскость, на которой находится елочка некрасивая и снеговик. Снеговик там классный, но в этот раз еще он лучше. Вот. И там была даже анимация. Я все понимаю. Анимация все разыгрывает. То есть это намного лучше, чем просто картинка. Но здесь я не сделал анимацию просто потому, что анимацию качественную надо было бы сделать, она бы делалась, вот смотрите, просто картинка, которую вы видели, она делалась 40 с чем-то там минут, 48-46, вот, ну, примерно, просто картинка. А что такое анимация? Анимация — это куча кадров, куча рисунков таких, меняющихся с, ну, просто там объекты меняют свой вид. То есть эти все кадры, короче, надо было бы делать еще дольше. То есть, допустим, у меня сейчас здесь стоит, сейчас проверим, сколько кадров. Здесь у нас стоит 240-250 кадров. И 250 умножить на 40 минут. Вот просто вот подумайте, сколько это времени уйдет. Ну, явно не один час, и это точно. И пришлось бы оставлять еще и на ночь. Я понимаю, что я выложил 1 числа. Так получилось, потому что у меня, в общем, я делал рендер, экспорт видео, и оно немножечко не удалось. 31-го. Я бы выложил в ночь 31-го, где-то в 22 часа. Но я немного не успел, там оно не сохранилось правильно, и пришлось делать заново на следующий день. На следующий день я встал в 6 часов и начал это делать. Вот. И, в общем-то, у меня получилось видео, я его выложил сразу, потому что ждать уже не надо было. То есть, пока есть еще хоть маленький хайп, надо выкладывать. Во всяком случае, у меня там пока что 7 или 9 просмотров. Я радуюсь хоть, что кто-то посмотрел. Но реально, вот поддержите это видео. Я очень много потратил на этот проект, сами понимаете. Времени именно. Не денег, программа бесплатная. В общем, давайте про снеговика теперь. Снеговик создан из цилиндра, немножечко измененного, трех сфер больших, кучи маленьких, только черного цвета, конуса оранжевого цвета, цилиндров трех в виде палочек, то есть один вот здесь вот цилиндр, вот видите, да, это швабра, да, у него. Здесь вот еще цилиндры, сколько, раз, два, три, четыре, 5 штук желтых цилиндров. Вот. В общем, получилось вот так. То есть,
вот такой вот снеговик. Делать его было довольно-таки, ну, не сложно, это не самый сложный объект. Можно считать одним из самых легких. Ну и также, вот, еще две ножки вот так вот сделал. Вот, то есть раз сфера и два сфера. И получился вот такой вот снеговик. Довольно классный. Кто как считает, напишите в коммент, если не лень. Далее. Кроме снеговичка вы видели вот такую вот елку. Теперь давайте к ней вот так вот приблизимся. Люблю я это приближение такое крутое. Вот на видео, ну, на картинке было видно то, что подарочки летают. Я сначала подумал, блин, что за фигня, я ж вроде установил их на пол. Однако выяснилось то, что я реально их установил выше вместе с елочкой. И они вот так парят. Ну, будем считать это новогодней сказкой. Вот серьезно, новогодняя сказка, то, что подарочки и елка летают. Но реально, я поставил елку и подарочки ровно на поверхность. То есть, я не знаю, как это получилось, что она приподнялась. Какая-то магия. В общем, давайте о елочке. Елочка у нас состоит из кучи сферок, трех конусов, одного цилиндра, вот здесь вот, и также самодельные звездочки. То есть я ее делал из линий. Вот то, что вы сейчас видите, это линия. Просто она видоизменена и сделан экструд на нее. Экструд — это сделать из плоскости объем. Давайте я вам покажу сейчас на плоскости, чтобы как-то интересно было, а то просто рассказываю вам. Так, давайте сделаем вот так, чтобы более-менее видно было эту панельку. Итак, заходим в Tab Mode, просто нажимаем Tab, и вот здесь есть такая экструд регион. Однако, давайте сделаем следующее. Мы просто выделим и нажмем букву Е английскую. Вуаля, у нас получился куб. Ну, что-то наподобие куба. Именно вот таким образом я создал снежинку. То есть, звездочку. Какую снежинку? Звездочку сделал. В принципе, это не сильно сложно. То есть, надо просто знать, как нарисовать звездочку. И потом ее сделать плоскостью и сделать экструд. В принципе, я думаю, тут ничего сложного. То есть, надо сделать просто контур, распрямить, чтобы все было красивее. И потом сделать плоскость одну и от нее уже сделать дальше. То есть, объем. Вот, объем делается. Я решил сделать еще кучу всяких уроков по блендеру. Так что как-нибудь попозже, но буду выкладывать всякие уроки, как делать то, как делать это. Надеюсь, будет очень интересно вам. Далее, вот эти вот конусы. Конусы у нас это иголочки, ну, веточки, иголочки, примерно, да? То есть это самый простой вариант елки. Но действительно довольно-таки красиво получилось, как по мне. Как я делал, просто брал конус и заходил в скульптинг и рисовал. Просто вот так вот брал и рисовал что-то. Вот, то есть, в принципе, вот такая вот получилась елочка. Потом я начал просто копировать. Нет. Я начал наоборот делать заново и заново, то есть по-разному их сделал, то есть они разные все. И получилось вот так вот, ну, не однотипная елочка, можно сказать так. Но все равно она выглядит однотипной, я понимаю, но в принципе я их делал по отдельности. Вот. И сферки я вот эти вот не везде расставлял, потому что я понимал, что камера будет спереди, будет видно только эту сторону. В общем-то, так и получилось, то есть видно только переднюю часть, и заднюю не видно. Но внизу я решил сделать
чтобы было все видно, потому что я думал, что камера будет стоять, ну, вот как-то вот так, то есть будет видно елочку снизу вот так вот, подарочки видно будет, и снеговика, и дом. Но я понимал, что это слишком какой-то бред получится, поэтому сделал вот так вот как-то сверху, повыше. И получилось действительно классно. Вот такая елочка, подарки. От Эльдорадо, как говорится. А, бревно. Хотя ладно, бревно потом. Оно было здесь сделано так же, как и в домике. Вот, я попозже вам покажу, как я их сделал. Так, подарки. Это просто кубики. Здесь я разделил их на кучу полигонов. Вот. Ну, не на кучу полигонов, вы поняли, да? 3 на 3. С каждой стороны 3 на 3. И получилось вот так. То есть я взял вот эти вот полигоны, все, которые надо закрасить, и сделал им материал красного цвета. Ну, там золотого и синего. Также применил на них эффект металлика, то есть они якобы металлические, то есть как бы это фольга такая, можно сказать. Знаете, они блестят, эти ленточки, иногда, если они вообще сделаны из фольги или из чего они там делаются. Нетряпочные. Вот. Ну, я сделал такие вот мажорские золотые, синие, красные с цветом металлик, каким-то эффектом металлик сделал такие вот подарочки, обвязочки. Вот. Обвязочки для подарочков. Далее окно, дом, вот это вот все сейчас мы посмотрим. То есть сверху у нас дома есть крыша, но что про нее сказать, просто это видоизмененный конус. Просто я сделал сторон у него поменьше, и получилась крыша. Хотелось бы как-то ее улучшить, я понимаю, было бы красивей, но у меня просто не получалось, у меня только позже получилось то, что можно было сделать, оказывается. Так, сейчас, подождите. Можно было, оказывается, сделать вот так. То есть, заходим в скульптинг. Заходим в скульптинг, приближаемся к этому. Разрешаем изменять. И сделать, ну, как-то вот такие вот полосы, типа, оно все дальше и дальше идет, и оно бы как-то еще более красиво выглядело. То есть сейчас я просто тяп-ляп сделал. А так, если постараться, то получится довольно классно. То есть такая крыша не однотипная. Она будет идти вот так вот обрывисто. То есть вы поняли, о чем я веду речь. То есть она у меня получилась изначально вот на картинке, которую вы видели, немножечко некрасивой. То есть она, ну, не совсем хорошо выглядит. Я не знаю, возможно, кому-то понравилось, но я мог лучше, я понимаю. Далее дверь. Дверь у нас сделана из кубика. Сделал я кубик, потом его приплюснул, сделал в виде двери, потом начал моделировать. Вот, сейчас покажу. Сейчас покажу вам. Вот, то есть это один объект. И заходим в табмод. Вуаля, очень много очень много полигонов. Вот, изнутри мы видим тоже полигоны. Вот, то есть очень много полигонов на эту всю сцену ушло. Я же о чем и говорю. Очень много полигонов. Это все я моделировал отдельно. И сделал при помощи скульптинга вот так вот полосочки. И у нас также сделаны бревно елки. Ну, вы поняли, да, ствол. И бревна у самого дома. Давайте о бревнах и поговорим. Вот они, бревна. Они состоят из кучи полигонов. И я их решил копировать, просто копировать, то есть делать их одинаковыми. В принципе, это не сильно заметно. Так, кстати, вы заметили, да? Очень много полигонов. Очень. Вот здесь еще меньше полигонов, их там еще больше. В общем, давайте рассмотрим, как сделать данное бревно. Бревно. Вот ищем бревно. Вот где бревно. Вот. Вот оно, бревно изначальное. Как делается бревно? Заходим в скульптинг.
приближаемся. Разрешаем деформировать и делаем вот такие вот полоски по всему периметру. Лучше включить симметрию. Так будет быстрее и легче, мне кажется. Вот, делаем вот так вот. Ну, можно не совсем стараться, чтобы красиво было, потому что, сами понимаете, у дерева кора, она не самая, ну, она прерывается иногда, она иногда просто продырявлена там вглубь, не знаю, куда-нибудь, да? То есть она не одинаково идет вот так вот, ровно вот так вот вниз, да? Оно идет вот иногда вот, вот такими образом, да, вот. Но всегда вот вниз оно направлено, и это надо соблюдать. Вот таким образом делается дерево. Ну, а потом ставится эффект, ну, не эффект, а краска. Ну, не краска, вы поняли. Просто покрасить внутри программы можно при помощи вот этого вот элемента шейдинг. И вот здесь вот поставить коричневый, и вот вам бревно. Уже готовое, всеми любимое. Далее вот здесь вот окно, оно создает, состоит из просто цилиндров. Вот так оно сделано. А вот здесь порожек сделан из кубика. Вот. Ну и в общем-то вот такой вот, такая сцена. В принципе, я вам про все рассказал. Камера обычная камера. Вот, то есть мы нажимаем 0, мы видим вид с камеры. Вот так это все выглядит. А при рендере это вообще красота и реально выглядит по-новогоднему. Вот. Ну и потом ставится рендер, оно очень долго все делается и ждется результат. Ну а на этом все, я вам рассказал про эту сцену. Ждите следующее видео про саму программу, мы будем рассматривать функционал, вообще мое мнение будет об этой программе, плюсы, минусы. По сравнению с другой программой, довольно-таки интересной, но платной. В чем их различие? Это бесплатное, а то платное. В общем, будет оценка этой программы, вот, и будет сравнение с платной программой. То есть, стоит ли покупать ту программу за платные деньги, да, платно, вот. Или не морочиться и просто взять вот эту вот бесплатную версию, и очень все классно будет, в принципе. Ладно, об этом попозже. С вами был Механизм и Клуб. На этом все. Встретимся в следующем видео. Не знаю, когда оно выйдет, но во всяком случае, оно выйдет, это я точно знаю. Всем пока!